Привет, Кать, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе самого-самого наилучшего. В работе, успехов, чтобы, как, не знаю, росла по карьерной лестнице. Ну, в общем, всего самого-самого хорошего. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Екатерин, с днем рождения вас. Вот, они вас тоже поздравляют. Всего вам самого хорошего. Я вас не знаю, даже не видел фотографии, Никита не показывает, боится. Вот. Ну, чтобы у вас все было хорошо, чтобы жизнь была не скучна, наполнена всякими разными событиями, лучше хорошими, и чтобы все у вас было замечательно, например, за вас. Значит, с днем рождения, жирнейших друзей, например, море одной водки и больше угар. Слав всем нам, например. И православный джихад. Екатерина, поздравляю с днем рождения. Желаю ни здоровья, ни счастья, ни богатства. Почему? Потому что на Титанике все были здоровы и богатые. Но им не хватило удачи. Удачи тебе в жизни, Катя. Екатерина, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и всего-всего-всего-всего тебе от Дэни, от всего Гальянова и от всех-всех-всех. Все, peace, love, unity, respect, no pasaran. Так держать. Yeah. Шлю тебе поздравления из славного города Красногорск. Желаю счастья и улыбайся почаще. Надеюсь, скоро увидимся все вместе.